Была команда «Колос Никополь», правил ею триумвират. Остапченко, Емец и Жиздик проявляли смекалку, талант. За счет колхозов миллионеров замутили спортивный клуб. Футбольное поле баблом засели, припевая на зависть всем. И на запах бабла слетались футболисты со всей страны. Но в команде тех оставляли, кто бы смог успех принести. И о колосе 80-х заговорила уже вся страна. Нам хотелось в высшую лигу, но Днепр сказал нам «Атовим, да». Папа нервно ерзал на лавочке, дергался, прыгал, как воробей, и молил фортуну футбольную: «Братцы, мальчики, хоть кто-то забей!» И вопили трибуны безбожно, и стоял вокруг крик и плач, когда Киря с похмельной улыбкой брал на линии мертвый мяч. Когда Ничка в страхе провала, помня, с кем свару карты делил, пуля крикнула, эфир разрывая: «Витя, видишь, уходит с носи!» Мука, король пиздежа в команде, в середине мог распасовать, а еле взывая к птице удачи, сказал: «Выводите слона!» Маленький Кудя в траве запутался и бежит не знает куда. А Надин стоит как вкопанный и орет: «Я здесь, дай сюда!» Да он мел дать, он пас виртуозный, и шокировать весь стадион. С его паса забит был Шевой, в первой лиге наш первый гол. И день победы с финальным свистком прозвучал на весь стадион. Вспоминают друзья-соперники, мол, какие у вас были края. Остановить не могли Яковенко, поймать не могли Шуршина. Погорел, делал все штрафные, Колядюк головой забивал. Впереди всех давили два танка, в лице Шевы и Казанка. И один только Жора, представьте, в первой лиге забил больше 100. Журавель, пожимая крыльями, тюля жалуясь, не понимал, почему не ему, а Биланову вручили золотой мяч. Ведь обойти такую защиту, что по минному полю пройти, пуля, пристава и журавель оставить любого могли без ноги. Биланов сказал, что таких костоломов не видел нигде, объездив весь мир. Но скрутилась наша синяя птица, когда в Никополь из Москвы газета «Комсомольская правда» заслала журналиста рвача и статьёю «Окунь в сметане». Кислород тут всем перекрыл, и птица удачи от нас упорхнула после этого навсегда. Все это было, объявляли на весь стадион. Наши фамилии, футболистов «Колоса» знал весь город родной. Как герои встречали нас люди объятиями на улицах и площадях. Мы кумиры последние 80-х для тех, кто помнит наш футбол. Как коротко время, еще недавно казалось, знакомился зритель с тобой.
первый выход на поле, первая желтая карточка и первый победный гол. Сборы, игры, авиаперелеты, жизнь футболистов всегда на колесах. Деньги, известность, фамилии в прессе. Да, жизнь была интересной. Пусть горит и не гаснет свет футбольной звезды, голос, команда мечты, память народной любви. Как коротко время футбольных премий, и сердце на поле зовет. Девиз, как на фронте, все для победы, и город победу ждет. Афиши пестрят перед игрою, установка отъемца предельно ясна. Соперник серьезен, за победу по 300, судьи прихвачены, вот и тактика вся. А значит, все повторится. Интурист, Ялта и кроссы по царской тропе. Признаться, нам снились пари и жениться, когда официантки ночью снимали нам стресс. Нам было по 20, и мы верили свято, что играем в команде мечты. За такие бабки нас не пугали травмы, что ждут впереди. Прибалтика, Азия, Кавказ и Сибирь, Европа, Индия и Дальний Восток. Нам открывал границы страны закрытой Его Величества футбол. Как хорошие летчики мы налетали по сотне тысяч км. Бывало, жены нас не дожидались, но это судьбы футбольной рок. Пусть горит и не гаснет свет футбольной звезды, голос, команда мечты, память народной любви. Как коротко время в жизни все отмечталось, мы у финишной стали черты, и добром вспоминаем лучшие дни в нашей команде мечты. Тренеров и друзей, тех, кого уже нет, поминаем из года в год, и с годами отчетливо понимаем, что команду уже не вернешь.